музей. Вот. Там музей. И там было... Он город побратим Великого Устюга. В Устюге было 42 храма, а в Лальске 11. Сейчас в Лальске 7. А здесь как бы Лузы не было вообще. То есть ее вообще не было. Потом, когда... Сейчас закончу. Когда построили железную дорогу, то есть организовалась как в районе станция. Район-то Лальский был. И организовалась станция. Когда во время войны, или я не знаю точно сколько лет назад, когда ЛПК это переместили, здесь как центр, и потом постепенно все как бы к железной дороге поближе, все прокуратура, суд, ну все инстанции, все сюда перебрались потихоньку. Понятно. Вот и вся ситуация. Поэтому здесь ничего не было, и храм, ну как бы некому было строить. А озера, они были всегда, вот куда мы едем. То есть, соответственно, там и храм есть. Там еще есть один храм, но туда не проехать, и он разрушен. А это-то действующий рабочий как бы храм. Вот ситуация такая. Для города он там, да? Да. Крестины, отпевания, все да, там. Да. Ну, например, вот у меня мама, она с Лальска как бы родиной. Папа с Алтайского края. Вот. Папа похоронен в Лальске. А сестра жила, то есть, а мама жила у сестры под Осиновцем. Она говорит, как, не только там рядом с папой. То есть мы из под Осиновца сюда привезли, потом в Лальск. Вот такая карусель как бы. Понятно. Ну, дороги-то, конечно, сейчас в этом году все-таки как бы ремонт еще, правда, не до конца закончили, но уже как бы это, уже более-менее хоть прилично ехать. Молодцы так. Здесь же вообще одни ямы. Были. Одни ямы здесь были. То есть невозможно, если это вот эта дорога, сейчас по какой мы идем. Можно было же через город было проехать, но тут паровоз, и я думаю, что он полчаса. Для губернатора заасфальтировали? Нет. Это инвестиционный... Нет. Проект развития моногородов. Это вопрос решался на уровне Москвы. Это не область дала деньги, а Москва. И подотчетно, то есть все, что вот эти тротуары, их тоже не было. Это все делается как бы под контролем Москвы. Понятно. Так что кто тут, если что, так понятно. Крепко. То есть еще год назад вот такого ничего не было? Тут вообще ямы были, вот начиная отсюда, тут невозможно было ехать. Вообще дороги не было. Лет 10. Одни ямы такие, то есть, ну понимаешь, то есть, на, ну как едешь сюда, как бы этот участок проехать вот до этого перекрестка, чтобы съехать. И дальше так же было. Этого ничего не было. Ужасно было, короче. Сейчас-то здесь-то вот, я имею в виду, хотя бы вот это-то. И туда, с той стороны города, как бы тоже сделали нормально. Мы поехали бы через город, но там, видишь, паровоз долго простоять, потому что мы можем и полчаса и больше простоять. Зачем это? Проедем, а здесь сейчас, я здесь был этот. Ну, посмотрим, тут местный, да. Не, нормально, хорошо, слава Богу. Все радуются. Раньше вот так было? Или еще хуже? Это еще нормально. Вот. Понятно. Как рядом. Это еще здесь плита, если бы плит не было, здесь бы... Вот понятно. Ну, видно, что тут. И вот направо посмотрите. Ну это аналогично как бы везде. То есть как бы... То есть вот такая карусель. Значит, они были посвящены, тема такая, что в районной газете там прославляют разные населенные пункты, а про Лальск нет, а я родиной-то как бы из Лальска, мама у меня. И написал пару стихов, но они такие, именно чтобы упоминали было, что это Лальск, ну, такого местного плана они. Глуши, поселок незаметный, березок, стройные ряды церквей шумят неугомонно, колокола во все концы. Еще купцы здесь раньше жили, с Китая путь здесь пролегал, Иван-царь Грозный, как известно, поселок себе обосновал. Вокруг поселка речка Лала, всех радует вечерний час, столетний крепкий бор сосновый дает здоровье про запас. Все это наши
поселок старый. Живет он много сотен лет. Взором дымчатым усталым, а смотрит новый 21 век. Ну и аналогичное. Второе. Среди дремучих лесов всем на радость появился поселок родной. И стоит 5 век всем на зависть, поражая своей красотой. Где бы ни был, а все-таки Уральский согревает мне душу теплом. Перезвон колокольный на праздник и гулянье в саду городском. Но если мы вспомним, как раньше собирались порою друзья, да потуху под звуки гармошки на бульваре плясали тогда. Пасха в Уральске, вот это праздник, шапку снимешь и в церковь войдешь. Перед ликом Христа поклонишься и тихонько молитву прочтешь. В жизни всяко бывает порою, приезжать нам прикажет судьба. Горь земли из родного поселка вывезу я с собой и так далее. Это в 98 году я написал. Молодец. Ну я как бы... Здесь был такой интересный человек, кто-то Балин, Анатолий Сергеевич. Он был друг, вот был Михаил Сергеевич Горбачев, а у него был брат Владимир. Так вот, вот с этим Владимиром он друг. У него 4 чайки здесь было. Ну, то есть, соответственно, ездили на запорожцах здесь, на москвичах он приехал, у него 4 чайки было. Ну, понятно, что за человек. У него образование было 4 класса. И он разговаривал маленько на деревенский манер. Хотя жил у него жилье как бы в Пятигорске, в Ставрополе. Но он как бы маленько на деревенский манер говорил. И вот он как говорил, а сейчас стихи я прочитаю, которые про него написал. Ну, они как бы стишки, правильно назвать. Вот. Родился и вырос он в Грузии, в рабочей, в простецкой семье. Поднялся до барина Толя. Все знают вокруг о тебе. Когда загуляет на даче, девчонки сбегают со все. Из джипа рукой он машет, а волос уж весь в седине. С годами он стал лишь умнее, не спорить с ним больше о судьбе. За все берется смелее, быть может, подскажет и мне. В компании всех веселее, фортуна, удача в руке. Стакан наливайте полнее, с Сергеичем выпьем все. Напечатали эти стихи, но он умер, в общем, уже лет 10 назад. Так вот, какой-то юбилей был у него, да? Так вот, в газете «Северной правде» мои стихи напечатали. А как, почему, без моего разрешения? Объясняю. Я, когда написал их, я ему, еще не было компьютеров, напечатной машинки этой, напечатал. И подарил им текст. А больше он ни у кого не было этого текста, только у меня в голове и как бы у него. Но, видимо, эти родственники, он же у него был, как бы он уже... Как говорится, в компаниях-то читали эти стихи, так что, видимо, оттуда. Да мне не жалко. Так а я вот сейчас дорогу записываю, ваши стихи тоже записал. Ради бога. Можно, на YouTube размещу. Конечно. Скажу, с разрешения автора. Да, Сергей Беляев, известный местный поэт. Сергей как, Беляев? Да. Хорошо. Беляев-то это написал человек-амфибия. Но я не знаю, думаю, что он просто однофамилец. Не, оно или есть это, как говорится, или нет. Я имею в виду, может, вдохновение и вообще складывать. А у меня вот любой стих, он же песенный. Вот можно любой стих этот спеть. Вот я сейчас спою. Родился и вырос. Я так на деревенский манер рассказывал это специально. Оно так и должно быть, как он говорил. Родился и вырос в Лузе, в рабочей простецкой семье. Поднялся до барина Толя, все знают вокруг о тебе. Вот и все. Просто, да? Ну, я песни так-то сочинял. Ну, интересно тогда. В 8 классе мама подарила мне гитару. И я вот после этого, я же в эстраде выступал там, учился, когда... Ну, это раньше Вио, то все эти были. На гитаре самоучка, да? Да, меня как бы знакомый как бы начал учить, а потом приехал Вася Болгов из Владимира. Он профессиональный музыкант на всех инструментах. Ударник, бас, соловник, ну все, короче, ритм, гитара. Ну, он, в общем, на всем. Такой универсальный парень был, и песен знал это вообще как бы. А вот эти раньше, которые, ну их не было нигде, они как дворовые, шансон типа, как сейчас, да?
такое. Блатные? Ну, блатные он как бы не сидел, и так у него блатного-то как бы не было. Есть тюремный шансон, там вот как бы эти всякие эти, их жаргон, как бы вот это используется, как бы, они такие жесткие. Ну, есть, например, вот круг, он, например, поет, у него используется жаргон, но у него они не вызывающие какие-то песни, ну, правильно? То есть, а есть вообще такие, как бы, ну, как ругательные назвать, это тоже, я считаю, что как бы перебор. Наверное, что-то все-таки должно быть. Он тут упален-то и два раза посидел в тюрьме, кстати. Вообще-то. Ну, он уже покойничек. Я расскажу, ездил в скит Сергия Радонежского в Рязанскую область, Запорожковский район, село Михеев. Но это давно было, лет 12, может даже больше назад, 1600 километров отсюда. Почему мне хотелось посмотреть, где он молился? Там деревянный скит сделан, как бы, ну вообще место, и монахи живут. И вот у них там настоятель, отец Саватей. У меня и телефон его есть, как бы, и прочее, как бы, я как бы об этом рассказываю, может, кто-то еще уже ездил. И там очень много приезжает паломники, там трасса проходит, и от трассы 5 километров. Там деревушка, и как бы так. Но этот-то храм, он, смотри, какой красивый. Да, нет, нет, там. Здесь мы не проедем, грязно, вот здесь проедем. Я вот когда езжу, да, у меня это мыльница-то еще была, фотоаппарат, где я храм увижу, да, на дороге, я специально останавливался, фотографировал все. Но потом получилось так, что это не 100%, но примерно процентов 50 потерялось. Какую-то пленку засветят. Отдашь, да, проявлять. Раньше же, это сейчас, понятно, цифровики, вот телефоны, то есть айфоны. То есть, а тогда ты же пленку отдаешь. А он может выпьет, он же тоже как бы не слаб на это дело. Проявляет, раз приходит, он ее отдает, она засвечена. Представьте, сколько это всего нафотографировал, да, и все потерял. Да. Так по дорогам, да, интересно. У меня очень где-то, наверное, даже сейчас, вот где-то около, наверное, 50-100 храмов есть фотографии. Вообще архитектура вот южнее, она совершенно другая. Даже вот в Кировской области. Совершенно разная архитектура. Вот в Уральске такой уже другая архитектура, такой вот нет, как вот здесь. А это озеро. Деревня называется Озера. И вот этот святой-то, как его, подожди, Леонид Недумский, он прокопал из этого озера в лузу руками, значит, канал. Ну, ручей там назовем, да? Руками сам. Он святой ведь. Сюда же. Купаться это как когда это приезжает, когда день-то у него этот. И вообще интересно эти события. А вот сейчас вот, сейчас не знаю, будет ли видно, туда на машине это, по-моему, не проехать, я точно не знаю, но, по-моему, нет. Но вот где у него это начало-то, вот это. Вот. Вот там. Вот справа-то. Вот такая серенькая-то. Вот. Видно, да, ее? Крыша небольшая. Да, там, короче, такое, как такое место такое. Скамеечки сделаны, ну, часовенка типа. Купель, там, нет, значит, нет. Иконка есть, его, да, купель, можно сказать так. Я не знаю, может и есть там дорога, можно даже доехать туда посмотреть. Интересно, я вот, кстати, вот когда это все такое, езжу, так обязательно смотрю. Ну, не знаю, сейчас вот осень, так может, не проехать. Так интересно. Здесь новый этот отец, как его, ну, новый священник, как же, Леонид, другой где-то старик, не знаю, вот. У меня есть его телефон, кстати. У меня в Уральске был батюшка-то друг, вот там вообще как бы, они реставрируют, а мы сейчас вот здесь остановимся, может,